стоят вот такие веточки. Летом летние, зимой зимние, осенью осенние. Вот такие. И мы сегодня будем делать вот такие веточки, чтобы было поярче. Вот сейчас покажу. Вот так вот это будет. Я вам покажу, как сделать вот такую веточку калину. Мы нарезали вот такие проволочки. И в длину они 10 сантиметров. Такие. И мы их обкрутили вот такой лентой. Вот это затвердевающий пластилин. И он затвердевает на воздухе. И нам для этого надо вот такая проволочка. И нам надо загнуть вот этот кончик. Вот так вот. Теперь берем этот пластилин и делаем вот так шарик. Теперь берем этот шарик и ставим вот сюда вот. Теперь надо сделать зашип. Вот такое получилось у нас. Теперь надо поставить нам вот сюда, чтобы оно затвердело. Таких нам надо сделать 30 штук. Берем опять вот такую проволоку и загинаем вот так вот кончик. Теперь берем опять этот пластилин и берем, делаем тот же самый шарик. Шарики высохли, осталось их раскрасить. Берем вот этот шарик и раскрашиваем. Все, шарик докрасили. Теперь ставим его на место и будем ждать, когда высохнет красная краска. Теперь берем черную краску и делаем точечку на конце ягодки. И ставим на место, чтобы опять высохло. Мы скрутили ягодки. Так вот. По 5 штук вот такие. И нам надо соединить друг с другом. Другие наделаем. Вот такой крючочек получился. Осталось замотать вот этот кончик нижний степ-лентой. Вот такая калина у меня получилась. На этом все. Всем пока-пока и ставьте лайки.